А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 465-й день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. А вчера в оккупированном Бердянске было тревожно. В главный порт Бердянска прилетело. Это наши артиллеристы направили приветики оккупантам. Были слышны взрывы. Поднялся столб черного дыма. Прямо в порту. Корабли, которые стояли у берега, поспешно начали удаляться из порта. Остановитесь! А накануне под Курском прогремели взрывы на военном аэродроме «Восточный». Как всегда, Storm Shadow потрудились на славу. После прилетов оказалось, что комплекс ПВО, который охранял данный аэродром, поврежден. Да-да, не удивляйтесь! Также безвозвратно были повреждены несколько ценнейших истребителей Су-34 российских ВВС. Ура! Как мы видим, русское ПВО не работает. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. А за последние сутки еще 560 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же 24 февраля с начала войны на территории Украины было ликвидировано 209 470 российских захватчиков. Потерь в вооруженных силах России нет. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану.